Всем привет, с вами Олейка, за камерой Андрейка. Здесь где-то будет мой инстаграм, чудеса радуги. Так, сегодня у нас инстаслэм, но мы будем делать не все трюки, потому что это слишком жестоки. Сейчас мы пойдем снимать, и мы должны скатиться вот так вот. Да, погоди, я хочу этот черно-белый экран, короче, ставить, типа, ветер, да, он намешает, короче, говори. Нагонял бит. Так, первый трюк загадал Кюрл, нижняя прежняя курешник, это ОПС 360 на флай. Хоть ОПС 720. Так, вторым трюком, который... Громче надо, тут ветер, ты понимаешь? Вторым трюком, который мне загадали, это Ротор Хилл на подкат. Замечательно. Ротор Вип. Ротор Вип на подкат мне вообще не... Все равно, какое, что там загадали. Это сейчас скатился. Да, красиво было. Его загадал Кирилл, нижняя пошел к ней огурашник. Супер сложно. Нижнее подчеркивание, Тима и Юай, нижнее подчеркивание, загадывает мне фул вип на вип, а на флай. Или он идет сейчас вниз и снимает клип. Мой третий трюк, это фингер на подкат, но его загадал АОС, нижнее подчеркивание 4, но я фалилеев, да, в другом смысле. Я его передаю, этот трюк Богдану. Вы те, кто не верит, что я имею фингер на подкат, смотрите, я его сделал. Олейка стоит за кадром, и Олейка загадал мне байпад с флая вдруг. Мне страшно. Да. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Пацаны, не едьте, пожалуйста. Ланшаков Лёша загадал Брайф Лип вот в этом замечательном поттере. Я даже взял. Еще раз, Кирилл, грешник. Загадывает трюк. На этот раз это No Hand Dab. Да. Пошли снимать. Да. Да. Space Jam. Ланшаков Лёша загадал мне фронтборд вниз по этой перилле. I am me till I'm in the grave. Trey said I got style for you. Снимать будешь? Ну, на камеру. Богдан Муравлев загадал мне вон эти бар-твист вот с той плазы. С плазы. Дроп. АОС, нижнее подчеркивание 4, загадал мне трак-драйвер с той плазы, с которой я делал вот эти бар-твист. Валсури Оджи, это Ярослав, загадывает мне фронтборд, а тут хилл вип. Кирилл Захаров загадывает мне киклес. Кирилл Сампер задрот загадывает мне ван хэнд кольцо в дроп. Take one last, no one's around for you. Антон Антонович загадывает мне Брайт Лип. Кирилл Захаров загадывает мне Брайт Лип в Минераме. Поехали снимать Саваджи. Сергей Полищук загадывает мне трюк под названием «Туда, сюда, обратно». Take one last, no one's around for you. Готи Хапкотук загадывает мне ван фут в дроп. Хапкотук. Я гадаю Лёне баттеркап. Прям баттеркап. Прям брай вип на вип на брай вип. С випом. Вот это смотрите.
romancing. Got my baby and she right, she make you vanish. No time to play, got book dates. Never planned, only had to wait. Always knew I'd make a way. Send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. Authentic in my own lane. I am me, turn them into gray. Trent said I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Да, точно. Надо говорить громче, понял? Тут ветер. Это точно на нашей записи? Да. Точно? Да. А ты для черно-белого фона это все говоришь? Нет. Нет? Светлого. Так, в общем, это уже второй день съемок нашего инстаслэма. Все равно то, что уже прошло 2 дня, просто из тех кранов, которые вы видели. Просто у нас была плохая погода, и мы катались в стриту. А надо было в парке заснять. Вот, в общем, Баттеркапе не буду добирать, потому что, ну, смотрите, у меня оторвался гелик сейчас, вот. Это очень плачевная ситуация. А еще у меня люфтит самокат. Почти не люфтит самокат. Ну и вот, сейчас мы пойдем делать трюки. А первый трюк будет делать Андрей. Все. Вообще-то мне все трюки уже сняли, и как бы они их уже все посмотрели. Остались только 2 трюка, которые мы вместе будем делать, и все остальные твои. Ладно, Томагав, нижняя площадка, 24, загадал мне по боксу мэну на грэпска. Но я уже сделал, вы просто не знаете, меня там просто сняли. Это немного не то, что ты должен был сделать. Big you up and they look down on you. Take one last, no one's around for you. I won't stop. Да, я скажу за Андрея. Можно? Нет, нельзя. Ну, можно? В общем, я вам немного наврал. Мне один трюк надо будет сейчас снять. Сейчас перезаписать, потому что в прошлый раз мы его плохо сняли. В общем, Кирилл Грешник загадывает мне 180-180-180 на манихор. Я сейчас сделаю мини-рапи, смотрите. Таня Хеллхашер загадывает нам вип на бар на флай, а я буду делать бар на вип. Лосори, нижняя подчеркивание ОГЭ, точнее Ярик Семенов загадывает мне липслайд по всей перили, но по монете халфкапки. Take one last, no one's around for you. Антон гадает мне 3 випас подката, но я их уже сделал. И Котик Хаптутук гадает Бани Хоп Флэт, снимай. Сделал. Сложный трюк, вообще не умею. Застабилил. Кирилл Сампер загадывает вип на вип на флай. Погнали. Used to say I wouldn't beat this, now they wish they could beat this. Так, остался самый последний и жесткий трюк. Это так, трек в плоскач с флай. Давай, ты обещал, что скажешь, что это загадал, когда сделаешь трюк. Этот трюк загадал Егор, нельзя пошел на GG Scoot. Когда он приедет, я его обниму, то, что он загадал этот трюк, потому что его никто не делает в чите, никто не сделает. Я на 100% уверен. И я ему дам поджопник. За то, что он такие трюки гадает. No romancing. Got my baby and she right, she make you vanish. No time to play, got book dates. Had a plan, only had to wait. Always knew I'd make a way. Send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. Authentic in my own lane. I am me.